Лайв-студія на сьомому каналі триває. Для вас працює Ольга Голедва. Я вас вітаю. Український президент Володимир Зеленський затвердив план стратегії деокупації та реінтеграції Криму. Уряд повинен розробити план реалізації стратегії. Цю тему будемо обговорювати наступні півгодини з нашими гостями. До нас завітали Артем Рудомьоткін, політолог, та Михайло Шабанов, кандидат політичних наук, доцент кафедри політології ОНО імені Мечникова. Добре. Ми вас вітаємо. Дякую, що ви сьогодні тут. Також, глядачі, ви можете долучатися до нашої розмови. Голосуйте, будь ласка, відповідайте на питання нашого інтерактиву, яке звучить так: чи зможе Україна повернути Автономну Республіку Крим? Так чи ні? Також ви можете дзвонити до нашої студії, писати нам на Viber. Номери телефонів є на ваших екранах телевізорів. І так, що написано в стратегії? Стратегія визначає пріоритети для держави щодо захисту прав і свобод людини, порушених внаслідок тимчасової окупації. Також стратегія дає чіткий сигнал міжнародній спільноті, що Україна послідовна у своїх діях з відновлення територіальної цілісності. Так повідомляють прес-службі Зеленського. Ми послідовні сьогодні щодо Криму, на вашу думку? Я думаю, что на сегодняшний день касательно Крыма нельзя сказать, что есть, прослеживается какая-то четкая последовательность mm-hmm. действий или позиции власти не потому, что они не хотят, да, этим заниматься, а потому что вот просто как-то Крым в свое время очень сильно ушел из информационного пространства, все внимание было сосредоточено только на востоке Украины, и, наверное, вот Крым начал всплывать опять в информационном пространстве. И вопрос касательно того, что необходимо проводить деоккупацию, реинтеграцию Крыма, наверное, в последние полгода. Вот только он начал опять возобновляться. А до этого практически на протяжении уже, вот, по сути, 7 лет практически, да, особо как бы не обсуждалась эта проблема и не рассматривались варианты деятельности и необходимых действий для возвращения Крыма в состав Украины. Михаил. Вы знаете, все-таки определенная последовательность есть. И я хочу сказать, что системно вот данное событие воспринято достаточно, можно, позитивно. Однако я подчеркиваю, что прежде всего потенциал страны, возможности страны по возвращению, скажем так, Республики Крым под украинскую юрисдикцию имеют все-таки свои особенности. На данный период времени мы должны сказать с вами, что, по сути, инициированная платформа по Донбассу, она провалилась. И инициация платформы по Крыму, действительно, она ждет определенной поддержки со стороны президента, со стороны Кабмина, со стороны, соответственно, парламента Украины. Если эта поддержка будет обеспечена, плюс обеспечена поддержка международной комьюнити, это не только Соединенные Штаты Америки, но и прежде всего последовательная поддержка европейских государств и прежде всего лидеров европейского пространства. Это ФРГ, это Франция, соответственно. Кроме всего, системная поддержка наших постоянных партнеров Республики Польши, да, Балтийских государств. Только в ключе совместной деятельности по возвращению Республики Крым под украинскую юрисдикцию совместных с европейскими и американскими партнерами мы сможем, безусловно, осуществить этот шаг. Плюс ко всему, я думаю, что все-таки прослеживается определенная непоследовательность, поскольку подобная платформа не была инициирована в 2019 году, не была она инициирована, соответственно, и в 2020 году, и только в 2021 году под, скажем так, влияние внешних обстоятельств, именно изменение политического режима в Соединенных Штатах Америки, прихода к власти Джозефа Байдена, соответственно, его позиция по Украине, все эти события совокупно, на мой взгляд, они повлияли в конечном счете опосредованно, быть может, на позицию как раз вот руководителей политического режима в Украине. Прежде всего, на позицию президента и, конечно же, монокоалиции по этому поводу. Ось, до речі, чи не запізно? 7 років минуло. Так? Чи не запізно ми почали говорити? Ми ще не прогавили той шанс? Ну, здесь, наверное, более подходяще буде лучше поздно, чем никогда. Да, действительно, были 7 лет эти потеряны, но они были потеряны, ну, как бы не просто так и не потому, что о нем забыли, а потому что было внимание сконцентрировано на восточных регионах. Что же говорить касательно самого содержания всей этой стратегии?
Но в том формате, вот лично мое мнение, в том формате, как оно расписано, там, по сути, особо ничего нет. Потому что все сводится к тому, что Украина будет мониторить, Украина будет фиксировать нарушения, Украина будет восстанавливать там убытки, Украина будет поддерживать информационное пространство, актуальность. И, по сути, все. То есть, как бы, основные пункты, которые вот действительно могут быть вот где-то как-то хоть можно их как-то трактовать касательно непосредственно именно реинтеграции, деоккупации Донбасса. Это 19-й о том, что, пункт о том, что будут проводиться социальные, образовательные, культурные мероприятия, потому что мы должны понимать, да, что в первую очередь необходимо культурно и вот гуманитарно завлекать людей, принимать поддерживать Украину и быть на стороне Украины. Потом это, если я правильно помню, 39 пункт по поводу того, что будут формироваться кадры по реинтеграции и возвращению Донбасса. Но при этом возникает вопрос, что это будут за кадры, какие у них будут полномочия. Достаточно интересный пункт 69, который говорит о том, что водопровод, поставка воды будет восстановлена только после вот возвращения. Да? И, ну, по сути, все остальные как бы, они дублируют то, что уже было сказано в самом начале. Потому что если мы говорим там, в сфере защиты прав человека, то это, опять же, мониторинг нарушений, фиксация нарушений, обращение там, как бы, в суды. В защите в экономическом плане точно так же. Нарушение прав в экономической сфере, фиксация этих нарушений, обращение. То есть, по сути, оно, все эти направления, они дублируют одно и то же, меняются смыслы одни и то же, меняется только сама формулировка. Но при этом, при всем, я нигде здесь не увидел в этой стратегии о том, что Украина берет на себя, ну, как бы будет требовать и берет на, как бы, на, для себя такую цель по возвращению Крыма и прекращение вот всех этих действий на Востоке и установление территориальной целостности, требовать с страны агрессора компенсации возмещения ущерба, нанесенного как государству, так и гражданам так и гражданам Украины. Этот пункт я в принципе его не увидел, вот именно так, чтобы он был конкретно сформулирован. Он достаточно размыто протекает по всем пунктам, но, опять же, эти пункты не дают какого-то конкретного последовательности, конкретной последовательности действий, что должно происходить. Да, там очень нравится блок, который говорит про информационную безопасность, о том, что будут поддерживаться и создаваться специальные радиопрограммы на частотах радиовещания для того, чтобы могли слышать. Мы уже знаємо о том, що був создан спеціальний канал для вещання на Восточну Україну. Так, але сьогодні є такі пересторогі, що це буде київська просто пропаганда. А у нас, ну, к сожалению, ми живемо в тих ситуаціях, коли у нас є два варіанти. Либо же це буде восточна пропаганда, да, страны-агрессора, либо же це буде наша пропаганда. Если мы говорим о нашей территории, которую мы хотим вернуть в наш состав и которая, по сути, является нашими территориями, мы должны вести свою пропаганду, как бы это ни звучало. Это, ну, это требование современного времени. И если мы будем пытаться как-то доносить правдивую информацию, не зря существует замечательная фраза, что пока правда сделает шаг, ложь уже обойдет всю планету. Поэтому мы должны здесь сейчас, понятно, что мы должны соблюдать как бы международные законы, международные нормы, мы должны придерживаться норм морали, но при этом мы должны помнить, что если мы не будем, ну пусть это грубо звучит, но если мы не будем работать с сознанием жителей этих районов, то с их сознанием будут работать кто-то другой. Поэтому лично моя позиция лучше, пусть мы будем теми, кто будет с ними работать, да, и завлекать на нашу сторону, чем просто отпустим, ну, как бы, на самотек. Ви згадали про інформаційне поле та потік. Ми неодноразово вже обговорювали тему з Кримом, і звучала така історія, що 7 років тому історія з Кримом – це програна інформаційна війна. Чи погоджуєтесь ви, і чи можна тоді ось київською пропагандою, так, своїми якимось інформаційними потоками повернути Крим? Чи на це треба робити ставку? Ви знаєте, я вважаю, що дійсно, да, во многом це був інформаційний проіграш, оскільки страна-агресор помістила дійсно Республіку Крим в своєобразну інформаційну колбу. Тобто були мощні, безусловно, кібератаки, мощні інформаційні атаки, да, попытка дійсно повлиять на політичне сознання кримчан. І всі ці моменти совокупно, вони дали определенний результат. Ну і плюс ко всьому так називаємо референдум під дулами автоматів,
Мамадов, плюс ко всему нагнетание политической и социальной истерии, действительно эти моменты, они стали ключевыми. На сегодняшний день в стратегии вот, по деоккупации прописаны очень важные позиции по включению в информационное пространство. Прежде всего, собственным информационным контентом. Да, его можно считать пропагандистским, но в условиях гибридной войны это правильный шаг. Плюс ко всему, я считаю, действительно поддержка оппозиционных к власти, соответственно, оккупантов в Крыму, соответственно, каналов. Да? То есть, прежде всего, это поддержка АТР, да, соответственно, как канала крымско-татарского меньшинства, которое, безусловно, отстаивает позиции по присоединению, соответственно, Крыма вновь в контекст украинской юрисдикции, да, ну и плюс ко всему расширение информационного влияния непосредственно, да, уже украинского контента. Ведь за прошедшие годы крымчане действительно смогли ощутить особенности, собственно, власти оккупанта, да, на своей земле. То есть особенности механизмов, соответственно, давления на протесты, будь то протесты крымско-татарского населения, будь то протесты проукраинских, соответственно, граждан. То есть все эти моменты уже стали реальностью, и можно действительно сравнить, с одной стороны, информационное пространство, да, которое вот нагнетало, как я уже сказал, истерию, с другой стороны, реальность политического процесса с рейдерскими захватами, соответственно, с давлением на любые оппозиционные высказывания, с давлением, соответственно, на крымско-татарское меньшинство в целом. То есть все эти моменты стали уже реальностью, и поэтому в этих условиях работать, безусловно, каналам, которые несут правду, да, кримчанам, будет проще. Чи треба робити ставку на інформаційну війну ось в цій стратегії? Я бы сказал, что только на нее и стоит делать ставку, потому что действительно была проигрышная информационная война, и мы прекрасно помним, да и сейчас она как бы существует, о том, что если ты, не дай бог, поедешь на Запад, и ты русскоговорящий, все, тебя там линчуют, распнут или что-то еще. Я много раз бывал на Западной Украине, в разных, и Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, которые вот считаются, особенно, да, вот, вот Тернополь, который считается оплотом такого украинского языка. Там люди нормально воспринимают русскоговорящих. Ненормально воспринимают, ну, простите, да, не в эфире будет сказано, не воспринимают быдло. Ну, его не воспринимают нигде, вне зависимости от того, ты русскоговорящий, украинскоговорящий, англоговорящий, без разницы. Вот оно не воспринимается. А если ты нормально себя ведешь, да, как бы соблюдаешь нормы, правила, то к тебе не будут никаких претензий, на тебя никто не будет косо смотреть. И как раз вот на этой теме и очень сильно разыгрывалась эта тема, и вселялся страх и... можно даже сказать, своеобразная ненависть между вот Западной и Восточной Украиной. И как раз это и сыграло решающую роль, потому что если мы посмотрим, вот Крым и Восточная Украина — это наиболее такие районы, которые русскоговорящие регионы. И основная карта, ну или монета, которая разыгрывалась, это как раз вот противостояние языковое. Потому что говорить о том, что экономически у нас выгодно или там экономически выгодно, я думаю, что люди, которые живут по ту сторону линии, сейчас живут на порядок хуже, чем жили до всего этого. И религиозно, ну, тоже здесь особо как бы нет какого-то конфронтации, потому что там христианство, что там православие. Экономически тоже нет. Поэтому у нас остается единственное исторически... Косвенно, но как бы тоже не основное. Основное камнем преткновения, который был, это язык. Да? Не зря говорили о том, что придите, защитите русский язык, там вот нас ущемляют. Нигде никого не ущемляют. В Одессе не ущемляют, говорят на украинском языке, а во Львове или там в Тернополе не ущемляют говорить на русском языке. Все. И если сейчас вести вот именно информационную кампанию и делать... упор на то, что наоборот в Украине как бы все норм, да, и показывать, не зря вот даже создан центр противодействия дезинформации, создается центр. И если как раз его, на него положить основную функцию того, чтобы он развеивал эти фейки, которые до сих пор, я уверен, транслируются на телевидении и на радио на неподконтрольной территории, и он будет развеивать и доносить свою версию, условно, скажем так, правильную версию того, как оно есть на самом деле, то я думаю, что в течение, может быть,
10-15 лет эта ситуация перевернется, потому что люди, кроме того, еще будут прекрасно понимать, что жизнь стала хуже. Все-таки, как бы там ни было, мы всегда вспоминаем, что а вот а раньше было лучше. А раньше, вот и особенно сейчас, когда там есть и проблемы с поставками воды, и с питанием, с продуктами питания, там была засуха, и с транспортной там была проблема. То есть этот клубок проблем будет только накапливаться, и, ну, опять же, как бы это страшно и как бы это плохо не звучало, в нашем случае будет самое главное в нужный момент, да, вот как бы этот шар озлобленности и негатива к Российской Федерации вовремя просто проткнуть для того, чтобы оно вылилось в протестное движение, которое будет вести к тому, что не, нам не надо, вот, вот было так, как нам хорошо так, как у нас было до вас. И в этом плане вот как раз и должна заключаться вся наша деятельность. Кроме того, естественно, мы должны быть экономически готовы к тому, что после того, как они вернутся, необходимо будут находить огромные вливания для восстановления этих территорий, начиная от зданий и заканчивая коммуникационными инфраструктурными проектами. Про Кримську платформу хочу з вами поговорити. Це такий міжнародний майданчик створюється, він буде діяти на декількох рівнях. Перший, найвищий, політичний рівень, до якого долучаються глави іноземних держав. Другий рівень – глав МЗС і міністрів оборони. Третій – міжпарламентський. І четвертий – рівень експертів. А на вашу думку, наскільки взагалі Кримська платформа, вона може бути дієвою? Она может быть действенной при условии, соответственно, работы с нашими европейскими и американскими партнерами. То есть Крымская платформа – это своеобразная платформа, хаб по обмену, безусловно, мнениями, по определенным декларативным моментам и, соответственно, по реализации действий. Однако необходимо помнить о том, что современное европейское пространство, да, те страны, которые входят в это пространство, это не единый конгломерат на самом деле. Представлены политические силы очень разные. Представлены как еврооптимисты, так и евроскептики. И евроскептики, как мы понимаем, достаточно скрупулезно отслеживают ситуацию, в том числе и по крымскому вопросу, в том числе и по вопросам Донбасса, соответственно. И здесь во многом интересы, которые представлены, да, они, опять же, как я уже сказал, они различны. Если нам удастся действительно найти с точки соприкосновения с ведущими государствами Европейского Союза, которые экономически, с одной стороны, да, им и выгодно сотрудничество, на самом деле, со страной-агрессором, да, то есть мы видим своеобразные потуги от руководства современной Германии, соответственно, по Северному потоку-2. Мы видим соответствующие потуги от Франции. Если наши европейские партнеры поймут, что политика в этом случае она важнее, чем экономика, тогда мы действительно имеем шанс на определенное, як то кажуть, покращення, на улучшение ситуации в целом. Давайте почуємо ще одну думку. Ігор Романенко, військовий експерт, з нами на прямому зв'язку. Ігорю, ми вас вітаємо. Я вас також вітаю. Ви у нас в ефірі долучилися, чи знайомилися ви зі стратегією деокупації та реінтеграції тимчасово окупованого Криму? Так. Які прогалини, можливо, бачите, і які пункти зачепили ваше око? Ну, мені думається, що треба вивчити не тільки цю стратегію, а робити висновки після того, як ми побачимо план її реалізації. Це план, який повинен розробити Кабінет міністрів. Тоді буде більш чітко ясно, яким чином буде реалізовуватися пункти цієї стратегії. Але як військового фахівця, при всьому при тому, мене цікавить в першу чергу питання безпекового. І бачите, там йдеться так чи інакше, вона починається з деокупації, а потім іде реінтеграція. Зрозуміло, що треба планувати як першої, так і другої частини, але поки ми не звільнимо від військових структур півострів, реінтеграції бути не може. І тому більш детально з самого початку і далі треба, на мій погляд, пропрацьовувати питання як Криму, так і на Донбасі, питання деокупації, тобто звільнення цих територій від військових структур,
держави-агресора. От скажіть, як ви бачите ось цю деокупацію? Це мають бути якісь дипломатичні кроки? Чи це мають бути якісь військові такі радикальні дії? Чи це, можливо, має бути якась інформаційна війна? На вашу думку? Це повинно бути все в комплексі. Все те, що ви перерахували, це що є в цій стратегії. Але я би сказав так, що зрозуміло, що ми в першу чергу будемо діяти дипломатичним шляхом, а також вирішувати питання навколо економічних і ситуації, екологічної ситуації в Криму, а вона значно погіршується з кожним роком по відсутності води і ряду інших факторів. Причому керівництво країни-агресора і там так зване керівництво Криму, воно вивчає питання протидії і займає агресивну позицію. Наприклад, вони вже подали матеріали на трильйони рублів претензії до України, що вона не постачає воду, що вони там витрачаються, не тільки воду, а багато що надуманого. Наскільки це цинічний підхід здійснюється, подали в свої суди, хочуть потім з цим виходити на міжнародний рівень. Тому цю нашу стратегію, нашу платформу кримську треба напрацьовувати, її конкретно займатися. Ми бачимо, які зусилля до цього прилагають керівництво держави. І я маю надію, що буде серйозна зустріч представників світових держав 23 серпня. Ну і до того буде відповідна робота проведена, щоб всі побачили, наскільки дієвою є Кримська платформа. І з самого початку на цих зустрічах, на цих обговореннях, крім перерахованих не військових структур, в першу чергу піднімалось би і питання військове, тобто звільнення цих територій, зусилля міжнародної, в першу чергу, України, для того, щоб просуватися далі потім до реінтеграції півострова і їх людей. Почули вашу думку. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Ігор Романенко, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку. Чи погоджуєтесь ви, що дійсно спочатку потрібно ось питання звільнення і дипломатичного звільнення? Чи взагалі... Наскільки це можливо, реально? Що ви бачите своїм таким професійним оком? Безусловно, слідує сказати, що тут іменно комплекс мер дасть определенний результат. Це, прежде всего, меры дипломатические, поскольку мы государство демократическое, привыкли соблюдать нормы международного права, соответственно. Но и действительно военные некоторые меры необходимо принимать, поскольку мы видим и агрессивные действия со стороны Российской Федерации. Треба відповідати, соответственно, так, на агрессию. Да, необходимо, безусловно. И я считаю, что вот за последние годы, ввиду создания и укрепления украинской армии, сделаны очень важные стратегически важные шаги. Поскольку украинская армия сегодня это достаточно боеспособная, да, мощная структура, которая способна отразить агрессию потенциально, которая способна сдержать, соответственно, агрессора на определенных рубежах. Ну и плюс к этому, конечно же, действительно политическая субъектность, да, и ответственность со стороны власть имущих, прежде всего президента. То есть именно политическая воля президента, как мы видим с вами, да, дает возможность не только для подписания соответствующих указов по стратегии от СНБО, ну и, соответственно, дает возможность и вести переговоры на международном уровне, да, как это делал, например, Петр Алексеевич Порошенко, да, и контекстно действительно вмешиваться в важное, да, вопросы по Украине, да, и не оставлять их абсолютно на вот, скажем так, свободное плавание. То есть действовать, решительно действовать с определенной мерой ответственности и действовать, исходя из той ситуации, которая сложилась. Ведь во многом разрешение проблемы Крыма — это и изменение политического режима в Российской Федерации. Поэтому мы должны расширять наше информационное пространство в совокупности с усилиями Соединенных Штатов Америки и действительно может быть даже и способствовать постепенным тенденциям демократизации наших соседей. Учора буквально з'явилась новина, що Держдума лідера країни-агресора дозволила йому обирати ще на два терміни. Тобто до 36-го року ще можливе правління, так? Що це для нас значить?
Ну, ніхто не вічен під луною. Рано чи пізно люди уходять з цієї житті. Но это другая страна. Они сами выбирают, в каком формате им жить. Жить им в демократическом или там при авторитарном, или, грубо говоря, в монархическом формате. Возможно, они могут и захотят, и примут решение о том, что власть может передаваться по наследству. То есть, как бы, это их право, мы не должны туда вмешиваться. Добре, але ну, как бы, ми, касательно нас... Ми маємо території, так, які, на жаль, не зараз не підконтрольні. Я не столь оптимистичен, как Михаил, касательно, и как вот военный эксперт, который был, касательно необходимости дипломатических и помощи этих дипломатических переговоров, как и, в принципе, этой Крымской платформы, потому что, к сожалению, опять же, за последние вот уже 7 лет, единственное, ну, в большинстве своем, что мы видели от наших западных партнеров, это велику занепокоєність, стурбованість ситуації в Україні, пильним наглядом над тим, що коїться на Східній Україні. Все. Да, и время от времени мы получаем военную технику, но, опять же, мы получаем ее не потому, что они действительно заинтересованы, а только вот именно как в Украине, как в развитом сильном государстве, а только как в государстве, которое является буфером и такой своеобразным барьером, не дающим возможности России распространять свою, расширять свою сферу интересов. В данном случае я больше склонен, и опять же, я не говорю о том, что здесь должны быть военные действия, какие-то вот военные операции, потому что если население, которое находится на неподконтрольной территории, мы не завоевали их умы и сердца, тогда за кого бы сражаться? То есть территория как территория. Основное — это человеческий ресурс, который у нас есть. И до тех пор, пока они не будут готовы, скажем так, встать на нашу сторону, присоединиться к нам, и, ну, условно, да, я сейчас ни в коем случае не призываю, а как бы, начать партизанское сопротивление, да, то до тех пор все эти военные действия, операции или что-то еще будут бесполезны, потому что они не будут получать отклика с той стороны. А учитывая то, что там ведется достаточно сильная информационная кампания, мы будем только еще больше, возможно, в каких-то ситуациях накалять обстановку и еще больше получать негатив со стороны населения по отношению к нашим действиям. Тобто ніяке партнерство з жодною з країн нам не допоможе, ми можемо самі собі допомогти, тільки так? Ну, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Я не говорю о том, что мы не должны просить и обращаться за помощью. Мы не должны на эту помощь от наших партнеров западных возлагать такие большие надежды. Потому что политика политикой, но не зря существует хорошая фраза «just business». Ну, если им экономически выгодно вести бизнес и там, торговлю с Россией больше, чем с Украиной, то все это будет сводиться только к тому, что ну, велика занепокоєність, то стурбованість. Нам необходимо в данном случае сделать так, чтобы с нами было более выгодно вести торговлю, вести вот, переориентировать экономику их стран на экономику Украины. Да, там поставки, экспорт, импорт, вести торговлю с Украиной. И тогда, когда это будет им выгодно с Украиной больше, чем с Российской Федерацией, тогда мы действительно сможем увидеть какие-то решительные действия, отказы, какие-то решительные санкции, которые будут бить по экономической стабильности восточного, условно говоря, соседа. А для этого нам, опять же, необходимо развивать свою собственную экономику, нам необходимо развивать стратегию не только деоккупации, реинтеграции этих территорий, но и того, как и куда Украина в целом вообще должна двигаться, что она должна делать, как экономику вообще поднимать. На данный момент пока этого нет, вот все это сводилось только к форумам «Украина-30» по разным направлениям, и все. Но это радует то, что хотя бы этот процесс уже пошел. То есть первый шаг на большой дороге, я очень так надеюсь. Давайте почуємо думку ще одного експерта. Олег Жданов, військовий експерт, з нами на прямому зв'язку. Олеже, ми вас вітаємо. Доброго вечора.
Ваш колега Ігор Романенко говорив про те, що деокупація повинна спочатку бути і шляхом дипломатичних кроків. Ви погоджуєтесь з Ігорем? Я не зовсім погоджуюсь, тому що деокупація Криму повинна бути дипломатично силовим шляхом. І дипломатія повинна починатися з жорсткої позиції України щодо повернення території Криму. Як повинна звучати жорстка позиція? По-перше, країна повинна бути готова вирішити питання силовим шляхом. Тоді можна починати дипломатичні перемовини, маючи на увазі, що якщо вони не призведуть до результату, то ми вирішимо це силовим шляхом. І інша сторона це повинна чітко усвідомлювати. Яким шляхом Україна зможе самотужки це зробити? Чи потрібна все-таки підтримка європейської спільноти? Ви про силовий шлях питаєте? Силовий шлях, так. Самостійно ні. Сьогодні ми це не зможемо зробити. Але ж якщо буде підтримка наших партнерів, особливо по блоку НАТО, і наскільки вже відомо, вони навіть створюють таку окрему комісію щодо підтримки України в цих питаннях, то да, це цілком можливо. Кримський півострів поступово перетворюється на таку військову базу Російської Федерації. Скажіть, от з таким своїм оком фахівця, чи варто чекати якоїсь збройної агресії з боку Російської Федерації найближчим майбутнім? Виключати таку ймовірність не можна, хоча вона і має дуже, дуже низький відсоток реалізації. Справа в тому, що Російська Федерація в Криму знаходиться під своїм прапором і гербом. І будь-які дії, військові дії по відношенню до України, це буде розв'язання війни. Вже без будь-яких там зелених чоловічків чи чогось іншого. Це буде війна на європейському континенті. Такого Росії не дозволить ніхто, особливо Європейський Союз, на чолі з Німеччиною. Тому ймовірність дуже низька. І наостанок таке питання. Установчий саміт Кримської платформи пройде напередодні святкування 30-річчя незалежності України. Які ставки ви робите на нього? Якщо Україна підготується до цієї саміту ретельно, я маю на увазі, дивіться, стратегія називається «Деокупація Криму». Так от, я так розумію, що до початку цієї платформи треба ввести окупаційний режим на території півострова офіційно, а не внутрішнім законодавством України, і визнати країну окупанта. Тоді, ми можемо мати успіх в дипломатичних перемовинах, можливо. Почули вас, дякую за вашу думку і спасибі, що долучилися. Олег Жданов, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку. Які у вас є думки з приводу почутого? Касательно того, что было сказано, Украина должна иметь возможности и силы решить этот вопрос с силовым блоком, военными действиями сама. Но здесь тогда и в обратную сторону пойдет. Как было сказано, что если Россия вдруг какие-то действия предпримет после того, как там базу установит по отношению к Украине, точно так же это будет расценено и со стороны Украины по отношению к России, потому что, как бы там ни было, Россия это считает своей территорией, и там российский флаг. Поэтому здесь в данном случае было бы более целесообразно и полезно вот в таком формате, как говорил спикер, это на востоке Украины. Но опять же мы должны понимать, что это будут невероятные потери с обоих сторон, и возникает вопрос, готовы ли мы к этому, учитывая то, что мы не до конца понимаем настроение жителей, которые там сейчас находятся. Да, безусловно, есть те, которые не согласны с случившимся и хотят находиться и жить в составе Украины, но нельзя абсолютно исключать и отрицать тот факт, что там точно так же есть те, которые придерживаются другого мнения. И вот до тех пор, пока мы не, опять же, возвращаясь к тому, что я уже сказал, не завладеем их умами и сердцами, все это может просто привести к бессмысленным потерям.
Михайло. Я считаю, что решение крымского вопроса во многом зависит от донбасского вопроса. То есть с решением, безусловно, да, с разрешением этого военного конфликта, с деконструкцией всех этих квази-государственных формирований мы получим реальную возможность к возврату, соответственно, Крыма под украинскую юрисдикцию. Плюс, возвращаясь к вопросу, соответственно, о диктатуре в России, следует отметить, что любая диктатура, она все-таки конечна. Да, и можно продлять свой срок до и 36-го года и далее, однако необходимо понимать, что монолитная, казалось бы, да, и сильная, казалось бы, авторитарная власть может в одночасье под давлением нескольких факторов рухнуть. Соответственно. И в этом контексте мы, наша стратегия, отечественная стратегия по деоккупации является очень важным шагом. Мы будем, как говорится, готовы к этой ситуации, да, и можем и военным, соответственно, путем силовым, да, и дипломатическим путем, и информационным путем повлиять в целом на ту конъюнктуру, которая сложится. Наш ефір закінчується. Давайте будемо підбивати підсумки нашого голосування. Чи зможе Україна повернути Крим? 10% так і ні, 90%. Чому так скептично? Як гадаєте? Даже не готов комментировать, потому что точно так же разочарован в этих результатах, потому что, как минимум, они свидетельствуют о том, что эти 90% не окончательно, но практически сдались с тем, что Крым это уже не является частью Украины. И что является, наверное, самым основным и самым главным, самой основной и самой главной ошибкой в его деоккупации и реинтеграции. Потому что если мы сами не готовы и не верим в то, что это возможно, мы не можем попытаться тех, кто находится и проживает сейчас на неподконтрольных территориях, убедить вернуться в состав Украины. Михаил. Я считаю, что здесь вопрос скепсиса зависит от реальных шагов власти. Если будет результат, соответственно, то и скепсис наших граждан, он изменится, безусловно, в позитивную сторону. Ведь для нашей страны, с одной стороны, характерный все-таки политический абсентеизм, то есть неверие в некие политические действия, да, но с другой стороны, если предпринимаются реальные шаги, они дают быстротечный даже вот результат, либо результат стратегически важный, однако вот скепсис может поменяться в лучшую сторону. Почула вас. Дякую, що завітали до нашої студії. Артем Рудомьоткін та Михайло Шабанов були цієї години. З вами також була Ольга Голодова. Не перемикайтесь, далі у нас світові новини. Залишайтесь на сьомому.